С высокими женщинами на нашей эстраде проблем тоже вроде бы нет. С певицей Алексой, одной из самых представительных красавиц, у Прохора прекрасные, хоть и чисто дружеские отношения. Я говорю, а как же ты со своим Тимати-то была? Он говорит, ну он меня был меньше, он меня там, я говорю, вот представляю, как ему было комп. А я с ней иду, и прям гордость такая, знаете, она такая высокая, статная, и ты себя чувствуешь мужчиной. Ведь Тимати запрещал Алексе одевать каблуки, понимаете? А вот что касается с моим ростом по отношению, говорю, ты хоть ходули одень, потому что мне все равно.